Если я могу сбросить вес, он стоит на одной цифре, пользуюсь и шумами, и буквами, но потом иду и опять ем. Причина в том, а вам необходимо просто понять. Дело в том, что очень часто люди смотрят семинары, те, которые я даю, но не слышат философию. Вам необходимо открыть еще раз этот семинар, где я рассказываю про эти буквы, и послушать, что я говорю в начале. Там целый ряд принципов. Я говорю о том, что человек должен изменить свой подход или свою программу вообще к пище. То есть пища – это не важно. Жить с позиции того, что он должен произносить периодически. А я вот когда ем, худею. А я вот сейчас съем и похудею на столько-то, столько-то. То есть там есть философская идея. Еще раз повторю эти слова. Эзотерика без философии гробит человека. Философия без эзотерики тоже неэффективна. Именно поэтому я очень стараюсь всегда дать часть философской доктрины и сразу же эзотерические практики. Именно так это все работает.